Приветствую на моем канале. Это я тут на мотоцикле сижу. И сделал объявление, вешал. Решил остановиться в спокойном месте, чтобы сказать одно из откровений, записать на видео. То, что, в принципе, я уже выкладывал и молитвой ВКонтакте, и текстом писал. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что... Или задумывалась? Над тем, что... Как проповедовали апостолы? Как они возвещали радостную весть? Я слышу такое, многие христиане говорят, ну, они как бы там на основе того, что услышали от кого-то, да, там, Павел там знал книги Ветхого Завета. Проще лабуду. Никто не берет во внимание тот факт, что Ишуа говорил, Дух Святой наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но возьмет от моего и возвестит вам. Что такое от моего возьмет? В каком это контексте? Ишуа есть слово, откровение. Возьмет откровение и откроет. Возьмет откровение и откроет. И потом еще написано, что Дух Святой напомнит вам все, все, что я говорил вам. Он напомнит. И поэтому апостолы проповедовали, и Павел в том числе, вообще не с позиции того, что они где-то прочитали. Ишуа учил их. 3,5 года. И времени чисто по-человечески прошло достаточно, чтобы все это забыть. Всякие разные события, которые просто провоцировали то, чтобы они забыли все, что Ишуа говорил. Память человеческая не вечна. Ты не все запоминаешь, ты запоминаешь только яркие события какие-то. И то, пройдя там 10 лет, ты будешь с трудом их вспоминать. А напомнить реально реальность и точность этих событий только может Дух Святой. Так вот, апостолы ходили и проповедовали. И что интересно, у них ни у кого не было Библии. Ты просто подумай. Вот так вот трезво рассуди. Ведь ни у одного из них не было ни одного экземпляра Библии. Можем как бы с тобой во внимание, конечно, взять Павла, который научен был, да, вот этой вот всей закону, да, его Гамалиил учил. Но он однажды сказал, я почел все это щитою. Он не перечитывал Ветхий Завет, понимаешь, каждый день там изучая его, о чем там написано, и как бы на основе Ветхого Завета проповедовал. Конечно же, он использовал Ветхий Завет в своих проповедях, напоминая о том, что вот эти события, они говорят об еще.
Но фактически у остальных апостолов вообще не было Библии. Не было и Ветхого Завета. И христианство просто даже не берет в толк о том, каким образом вообще. Они для них вот естественно сейчас это время, в которое ты просто открываешь Библию, и ты ее читаешь, и для тебя как бы вау, а что делать было им? Ну, я не с позиции того, что давайте пожалеем ребят, вот им-то неоткуда было информацию читать, бедолаги, им же с трудом нужно было. Ведь тексты они составляли, они трепетно их охраняли. Да они даже не дорожили этими текстами. Никто на эти тексты особого внимания-то не обращал, как бы, ну, с точки зрения того, что давайте сохраним. Ну, это письмо, послание. Послание пришло, они прочитали, в собрании прочитали, и как бы это, и все, отложили в долгий ящик. И не перечитывали его там каждый день, это послание. Тем более сам апостол, который, например, ну, один кто-то из них там, да, там, он там раз там написал, и что, он перечитывал свое послание, что ли? Вот здесь ведь должно прийти откровение от мамы, да? Откровение великой силы в том, что если они не имели Библию, представь, что у тебя Библии нет. Представь. Ты скажешь, ну, есть пастыря, есть эти, да? Вот. Ну, с другой стороны, представь, у пастырей нету Библии. Ты скажешь, ну, их кто-то научил, там, у тех, наверное. А и у тех не было Библии. И вот так вот, поколение за поколением, никто не составляет никакую Библию. Вот просто представь. Я думаю, это самые счастливые были бы люди на земле, которые помимо Библии не просто передавали друг другу какие-то, да, вещи, что, знаешь, как сейчас в мире, никто не получает откровений. Все учатся на основе того, что кому-то когда-то 20 тысяч лет тому назад открыто было. Ну, это я так, 20 тысяч. Вот сотню лет тому назад какой-то ученый, ему что-то пришло, какое-то откровение, он что-то понял, он записал это все. И теперь идиоты, блин, ну я понимаю, можно изучить труды этого человека, но если тот человек в чем-то ошибался, и они начинают сделать из этого основания и сами не пытаются проникнуть в единение с мамой, чтобы получить также откровение. И вот церковь точно так же. У нас есть книги, у нас есть писание, эти, как его, этих старцев наших, отцов церкви, православные, да, там, православные говорят. Вот. Мы их должны изучать и слушать. Изучайте, слушайте, но таким образом вы никогда не услышите голос мамы. Вы никогда не переживете откровений, вы никогда не почувствуете откровений. Я не предлагаю тебе выкинуть Библию, но если ты хочешь войти в сверхъестественное, попробуй просто отложить ее и не читать больше. Через какое-то время ты увидишь, что откровение начинает у тебя рождаться. Она будет тебя все равно кормить. И ты заметишь, что это намного интереснее. Получать напрямую информацию с неба, чем косвенно через кого-то, через... Ты понимаешь, что Писание его переписывали периодически, и каждый переводчик свою тему вкладывал, свое понимание смысла слов, которые там были записаны. Даже взять оригинал,
ты все равно, пока тебе откровение не будет свыше, ты ничего там не поймешь. Но опять же, давай вернемся к началу того, о чем я сейчас говорю. Я говорю о том, что у первой церкви не было ни одного экземпляра Библии. И Дух Святой, Он их наставлял, Он им напоминал то, что еще говорит. И я не думаю, что для мамы сложно тебе напомнить. Хотя тебе уже и мне не напоминать нужно, потому что мы не слышали нашими физическими, да, ушами то, что еще говорил. Нам уже нужно это не напоминать, а нам уже нужно это по новой, да, вот как бы давать откровения новые. Конечно же, частично то, что записано в Писании, мама это использует. Ей не сложно. Но нужно перейти из позиции Библия на первом месте в позицию откровения на первом месте. И просто сегодня сделать для себя такое внутреннее решение. Мама, давай ты мне будешь открывать. Давай ты меня будешь учить и наставлять. А не Библия, не пастыря и проповедники, не какие-то учителя. Они, конечно же, наверняка нужны, если они хорошие учителя, если они слышат маму, если у них есть откровение, неважно какого характера откровения, то, конечно же, можно их послушать. Но до бесконечности ты не можешь сосать эту соску, бутылочку с молоком. Тебе нужно напрямую вот это вот молоко с грудей мамы. Эль-Шадай. Она Эль-Шадай. Она женщина, мама, кормящая грудью, от которой мы питаемся, должны питаться. Это молоко, Слово Божье, это откровение с неба, которое она рождает прямо внутри нас. Нас, говорю я, имею в виду и тебя, надеюсь, что и ты получаешь откровение. Поэтому просто подумай. Просто подумай о том, что у апостолов не было. Не было книг. И они как-то проповедовали. Умудрялись каким-то образом проповедовать. Нынешние же пастыря все время используют Писание, не подозревая о том, что вообще-то Дух Святой должен давать откровение. Помимо Писания, я имею в виду, не беря Писание в расчет вообще. То есть ты должен выйти, если ты пастырь, и ты должен говорить из откровения, а не из Библии. А уже Библия некоторый такой второстепенный элемент, который как вспоможение. Вот я задумался о том, что интересно получается, у них не было Библии. И они проповедовали. У них не было Библии, и они проповедовали. Вот сейчас у меня небольшая проповедь такая получается, да? И я же каким-то образом не использую Библию, мне даже не держу ее. И все, что нужно, у меня есть внутри меня. А если этого нету на данный момент, мама родит. Она даст. Ну, это все. Всего хорошего. Благословения, мира, добра, любви.